Итак, QTEC S200. Небольшой телефончик на Windows Mobile 61. Вот, сохранился в общем-то в неплохом состоянии для своих лет. Сейчас немножко покажу, что он себя представляет. Ну, такой вот сенсорный телефон, 2,8 дюйма экран. Разрешение я не помню, какое у него, наверное, 320 на 240, скорее всего. Ну, в руке лежит, в принципе, нормально. Так, управляющие элементы. Вот кнопка питания с правой стороны. С левой стороны побольше. А кнопка активации соединений. Здесь Bluetooth, Wi-Fi и все остальное. А кнопка регулировки громкости. И кнопка запуска камеры. Вот она. Ну, в данном телефоне меню стандартное, VM61. Ничего обычно скучно, да, уж, если честно. Вот программульки. Управляется телефон стилусом. Значочки все меленькие, неудобно. У кого зрение плохое, не очень. Вот настройки, вот проводник, сообщения, контакты. Ну, допустим, у HTC была своя оболочка, я не помню, как она называлась, HTC Sense, по-моему, наиболее удобоваримая, наиболее, которая не напоминала вот этот вот убогий Windows 61. Телефон, на удивление, не тормознутый. У меня было много телефонов на Windows. Это довольно-таки шустрый, хотя тут железо более чем скромное. Не помню, сколько процессор, но, наверное, 200-герцовый процессор, я думаю. И оперативки здесь немного, но шустренький телефон. Для своих лет он вообще был, наверное, в тренде, поскольку недорогой и представлял возможности коммуникатора. Камера. Камера абы что. 2-мегапиксельная камера, абсолютная ерунда. Снимает так себе. Ну, какой звук убийственный. Снимает так себе. Видео я не писал эту камеру, наверное, из той же оперы. Батарейка здесь довольно большая и держит телефон очень даже неплохо. Вот имеется ремушок. Ну, для своего времени был вполне актуальный. Вполне актуальный. У кого не хватало денег на какую-нибудь Nokia N95, ну, вполне могли пользоваться вот этим телефоном. Он был раза в полтора дешевле. Бюджетный вариант коммуникатора. Все, на этом обзор закончен.